Раз. Ну что, друзья, сейчас у нас на канале Латуха показывает будет распаковка посылки, которая даже не моя. Ага, не принимать, если упаковка разбита. Интересно. То есть вот такое помятое, по идее, принимать было не надо. Ладно. Суть. Меня попросили... Не так. Мне разрешили его распаковать. С условием, что заодно сделаю видео распаковки. То есть, скажем так, заказная распаковка. Потому что если какие-то проблемы будут, можно будет видео предъявить для спора на Али. Это мои знакомые заказали телефончик. Ну и разрешили мне его распаковать. Для начала очень даже круто. Во-первых, есть опять стрессоснималка. Похлопать. Во-вторых, у нас упаковка абсолютно целенькая. Так, что мы видим? AGM M2 или AGM. Стиль кирпичик. IP68. Водопылезащита. Размеры 139 на 56,8 на 16. Вес 138 грамм. Экран 240 на 320. 2,4 дюйма. Короче, 3G нет. Только 2G. Цвет выбрали золотой. Ну ладно, им виднее. Банка якобы 2 ампера почти, и камера 0,3 ампера, Bluetooth 2.1, microUSB, поддержка карт памяти до 32 гигабайт. Ну что, мне поскольку разрешили все-таки его вскрыть, ой, будем рвать целку. Красиво. Что абсолютно не помято, наврал. Вот, пожалуйста, есть помятость. SIS, все дела. AGM Group Limited. All right, reserved. Reserved. Ну, магия Apple, блин. В действии, вылезай. Короче, надоело. Эть! Лучше руками, чем Apple. Магия, блин. Так, ну что могу сказать? Выглядит, конечно, солидно. Даже я скажу, круто. Но, честно, немного по-цыгански. Золото, сплошное золото. Ладно, отложим. Напоминаю, сейчас у нас только распаковка. Будет ли обзор, сомневаюсь, хотя мне, конечно, дали его не на один день. Но что там обозревать, я не знаю. Так, что у нас в комплекте? User manual, наверное, или guarantee card. Не, user manual. Так, английский вижу. Немецкий вижу. А третий не понял. Ну, понятно, русского. Что ж тебе? Карточки, судя по картинкам, большие. Я переходник уже приготовил. На этом полезность этой бумажки подходит к нулю. Все, убираем. Далее. Ну, видимо, запасные заглушки с золотыми шурупчиками, не болтиками, не знаю, как сказать. Ну, в общем, оригинально. Ну, молодцы, что могу сказать. То есть, еще один комплект запасных заглушек. Так. Блок питания не запечатанный. Называется посмотреть, запечатать и отправить заказчику. Как будто для крахмали готовили. Так, ладно. 500 миллиампер. Полтора... Нет, не полтора, 5 вольт. Да, 5 вольт, 0,5 ампера. Это он выдает. Употребляет от 100 до 240 автовольтаж и 0,3 ампера. Ну что, хорошо. Тоже не буду заклеивать. Пусть хозяева поиграются. А потом заклеют. Поскольку это никому не нужный хлам, если у человека есть нормальная зарядка. Ладно. Провод microUSB обыкновенный. Неудлиненный. Это хорошо. И на этом как-то все. Комплект завершен. Точнее, не так. Обзор комплекта завершен. Ладно, надо их как-то соединить. Вот так. Коробочка. А теперь надо попробовать его как-то оттуда выманить. О, кстати, какой фонарь офигенный. Чтобы ничего не повредить, чтобы обратно его запихать так же. О, клевенько. Получилось. Это мы кладем. Вау, спорно. Что могу сказать? По краям вот это вот... Или софт-тач, или резина.
ну, я бы сказал, тонкий слой резины. Сверху это имитация кожи, опять же, из резины. А вот кнопочки. Кнопочки это банальная дешманская пластмасска. Ай. Шурупы по бокам. Что-то делают или нет? А без понятия. Если бы мне хозяева его разрешили разобрать, я, может, что-то бы и сказал. Камера самая, что ни на есть дешманская. Сейчас попробую вам показать ее глазочек. Я думаю, уже видно. То есть 0,3 бывают нормальными, это 0,3 фиговые. Ой, ёпс, туда я уже заляпал отпечатками пальцев. То есть опять гениальное решение, да? Стекло, по-моему. Нет, пластмасска. Ну тогда ладно. Пластмасса глянцевая, ловящая на себе все отпечатки пальцев. Вот я уже подзаляпал. Ладно, ототру перед тем, как отдавать хозяевам. Решетка динамика прикрыта. Ну, скорее всего, тоненьким алюминиевым кусочком. Гарантировать не могу. Камера утоплена. Это радует. Ладно. Крышка у нас снимается, нарисована вот так. Вот. Раз, два. Как некогда на Нокиях. Кстати, давайте ее изучим, эту заднюю крышечку. Ни хрена толком она из себя не представляет. Понятно. Кстати, места под шнурок не наблюдаю. И решетка разговорного динамика тоже железная, внутри в ямочке. Вот мое мнение, что ямка будет забита говном, мусором очень через короткое время. На экране пленочки я что-то не наблюдаю, по-моему. Угу. Чисто стекло и все. Причем с очень острой гранью. Сейчас попробую поймать, чтобы вы увидели. Надеюсь, там что-нибудь видно. Ну, короче, стекло выпирает вперед относительно боковинок. Вот это вот вверх еще там на долю миллиметра выпирает. То есть он его немножечко закрывает. И клавиатура немножко закрывает. То есть если положить на стол, стекло касаться ничего не должно. У нас будет всего касаться клавиатура и лобик этот. Ай. Ну, как бы так себе защита, я скажу вам. Если это стекло, судя по ощущениям, это стекло. Ну-ка. А хрен поймешь. Не знаю, на ощупь как стекло. Может быть, пластмасса близкая по твердости к стеклу. При выключенном аппарате фонарик не включается, по-моему, да? Ну, это хорошо, в принципе. Так, теперь пробуем его дальше разобрать. Не понял. Первое. Вставить. Второе прикрутить. То есть мне сейчас что, наоборот? Выкручивать? Нет. Чего они меня пугают, блин? Козлы. Вот так вот у нас выглядит начинка этого аппарата. EGM M2. Может ли тут быть 2 ампера? Не знаю, проверим. Так, ты как у нас закрываешься и открываешься? Ага, вниз и на себя. Потом закрыть и вверх. Симки просто вставляются. Ладно, для тестов выделена сим-карта. Ставим ее в слот SIM-1 на всякий случай. Мало ли 3... Хотя какой нахрен 3G? Просто мало ли. Мало ли надо, чтобы она была там. Не знаю зачем. Если интернета нет, то тогда смысла в этом никакого. Так, понятно. Будут проблемы. Слишком много переходников. Не хочет йота туда лезть. Я с нее уже 2 сим-карты сделал, по-моему. Содрал верхний слой даже. Ну или так выглядело, по крайней мере. Ладно. Попытка взятия Бастилии будет сейчас часть вторая. Надеюсь, симка выживет. Вообще надо симки туда, конечно, новые вставлять, а не старые. Неужели победа? Есть! Я ее туда все-таки засунул.
Ну вот хороший скотч. Чего не скажешь о пластике. То есть сразу видно будет, что и эту хрень кто-то уже включал. Ну что, погнали наших городских, как некоторые говорят. Можно ли его проверять на водонепроницаемость, я не знаю. Ну а пока да, заставки одинаковые. Есть у меня один аппарат, который в девичьей, может быть, тоже был AGM, но не факт. На него я уже поставил AGM-овскую прошивку, теперь он очень похож на AGM. Поиск сети. Пожалуйста, вставьте сим-карту. Ага, то есть первое — поиск сети, вторая — симки нет. Main menu. Settings. Phone settings. Language settings. Language. Русский. Язык ввода. Русский. Готово. Автоматическое включение и выключение. Это хорошо. Управление питанием. Непонятно. А, заряда 64. Понятно. Пукает интересно, конечно, ничего не скажу. Ага, то есть тут какая-то хитрая кнопка есть. И на нее можно что-либо поставить. Так, назад. Аудио про... А, три режима работы этой кнопки, понятно. Только какая-то кнопка-то. Джойстик, что ли? Наверное. Так, время и дата. Сколько сейчас? 20:20. Откуда взял? Он уже подцепил мое время откуда-то. Наверное, с этого, с сотовой сети. Ну, молодец. Назад. Вот уже. Сейчас попробую микрофон пододвинуть, покажу звук. Вот он, непонятный. Непонятный какой-то пластик, блин. То есть минус есть. В этом аппарате один хотя бы, то, что клавиатура из какой-то пластмасски. Ладно, настройка вызовов. Две симки активно, но у меня одна сейчас вставлена, поэтому можно сделать одну. Отвечать по оригинальной. Может звонить, а не отвечать. Установка названия сим-карт. Ну, это хорошо. Вызов отклонен. Это переадресация вызов. Господи, вот перевод-то, а? Ожидание вызова правильно переведено, звонок запрещен. Блокировка, наверное, или черный список. А, управление автоответчиком. То есть call ID. Ой, автоответчиком. АОНом. То есть будет ли определяться номер. То есть, короче, полезная звонилка. Многие в смартфонах случайно отрубают, потом не восстановить, потому что это на уровне операторских кодов. Здесь, пожалуйста. Переставь сюда симку, настрой и обратно вставь. Хорошо. Что я могу сказать? Так, что показать, значит? А, не показать, а настройки дисплея. Господи. Опять, это не контрастность, это яркость. Нет, все, я теперь понял. У AGM какие минусы. С переводом у них вообще. Телефон заблокирован. То есть блокировка телефона. Господи. Да. А это что за блокировка? А, короче, защита, а не блокировка паролем. Номера фиксированного набора. Ну, как обычно на звонилках. GPRS в наличии. Отрубаем. Нахрен надо, чтобы он у меня еще денежки ел. Учетная запись сети. Билайн. Нормально живем. У меня это как бы не Билайн. Ну ладно, это известный прикол. Йота почему-то частенько билайновские прописывает. Так, это у нас интернет. Окей. Это у нас инструменты, калькулятор, календарик, сигнал. А, будильник. Мировое время, секундомер, Bluetooth, электронные книги, читалки. Ну, карту памяти не вставлял пока. Список файлов. По-русски файл менеджер. STK, не знаю. А, это сим-меню. Так, понятно. С этим разобрались. Тут мультимедиа. Фотоаппарат. Ну, как вам сказать? Ну и классика, что в интернете... Ой, что места-то у него нету.
Все понятно. Ладно, опции. Режим камеры. Ага. Режим фото. То есть вам придется по-любому английский учить, если вы что-то хотите. Контраст, яркость, баланс белого, настройки. Размер. 1280 на 960. Короче, интерполяция до 1,3 мегапикселя. Но смысла в этом просто тупо никакого. Если 0,3 заявлено, значит должно быть 140 на 480. Качество, значит, дополнительно. Пульс, это компенсация. Ну, короче, ладно. Не буду озвучивать, чтобы люди не огорчались. Звук затвора отключается. Автосохранение. Что значит автосохранение? А, не спрашивая, сохранять, видимо. Ну и куда сохраняем? В телефон или на карту памяти? Это хорошо. Контрольный снимок. Это понятно. Показывать фотографию после того, как нажали на кнопку затвора. На секундочку, видимо. Господи. Да. Я теперь понимаю, почему Blackview со мной скорешились. Благодаря этому у нас с ними перевод становится все лучше и лучше. Так, допустим, написать сообщение. Кому? А вы знаете, что это мне напоминает? У меня есть вот этот аппарат Nobby. Нет, стоп, нет, вру. Это у меня у ребенка есть телефончик, точно маленький. У него один в один менюшка выглядит, только сейчас допер. Только картинка на главной. Ну, короче, сейчас. Вот здесь картинка другая. Но тоже из 9 картинок. И все один в один. Только тот телефон мне стоил 200 рублей, про него у меня тоже видео было. Оригинальная цена 800. А это получается он же, вот отдельный фотоаппарат, но только уже в корпусе. Но у ребенка, правда, скажу, камеры нет, тут есть. А вообще очень похоже, у китайца. Это у нас режимы звучания телефона. Это у нас журнал, связанный с телефонами. Интернетом он пока не пользовался, слава богу. Таймер разговоров. А, прикольно. Извините. Ну, то есть здесь перевод еще более-менее. Ну и давайте проверять. Так, опции. Создать. Куда, в телефон или в сим-карту? Давайте в телефон. В симку все знают, что очень мало всего влезает. Можно выбрать фотку на человека. Это уже хорошо. Так, имя. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6. Так, 35, все. Окей, 35 букв – это имя. Можно выбрать рингтон на человека. То есть фото и мелодия выбрать можно. Это хорошо. У меня у ребенка, кстати, нельзя. Так что продвижки есть. Ну и назад. Не буду я его сохранять. Я думаю, многим... Блин, все-таки сохранил. Многим интересную вещь я все-таки узнал. Что влезает определенное количество букв. Так, ладно. Что у нас влево? Музыка. Музыкальный плеер. Вправо. Режимы. Вверх. Аудио. Вниз не назначено. Значит, вот этот крестик там и настраивался. Так, центральное нажать и подержать. Включился фонарик. Ну, как-то... Я такой фары ожидал раза в три большего. Да. У меня у ребенка фонарик еще чуть-чуть больше выглядит, но он светит раза в четыре мощнее. Значит, на центральный нажимаем и держим. Фонарик теперь выключился. Так, ладно, пробуем найти информацию об этой прошивке где-нибудь. Ага. И пароль, конечно же, нам неизвестен, да? Ух ты, совпал. Значит, я пароль угадал. Так... Ну и фиг его знает, где тут посмотреть информацию о телефоне.
Ну да. О телефоне я ничего не могу узнать. Зато тут же есть задачи. Где задачи? В календаре, наверное. Опция. Добавить задачу, да. То есть полноценный ежедневник тут можно делать. Дополнительные будильники, наверное, с помощью этого же. Ну, в общем. Как-то так. В общем, в принципе, аппарат как сам по себе неплохой. Оформление у него броское. Выглядеть будет красиво, если такое дело на стол положить. Но цыганщиной попахивает. Ладно. Возвращаемся к нашим баранам. Открываем заглушки и смотрим, как они устроены. Ни хрена себе, чтобы мне туда всунуть. О, скоммуниздим наушнички. Влезли. Увидел. Значит, наушники тоже обычные. А это что было? Это он еще и ругается, что из него что-то вытащили? Нормально живем. Причем это была гарнитура, и он ее увидел полностью и нарисовал, что это гарнитура. То есть с динамиком, с микрофоном. Ладно. Закрываем. Ну и последнее, где у нас тут? Пихать. Вот куда пихать. Сейчас посмотрим, сколько напругу он возьмет. От камеры отберем. В него воткнем. Потому что если 0,5, как заявлено, то это как-то не в кайф. Так, сколько это у нас? Какой-то провод. Номер 2. 0,3 вообще. Еще подождем, может разгонится. Ноль пять. И все. Понятно. Значит, заявлено 0,5. Вот он и есть 0,5. Представляете, 2 ампера со скоростью 0,5. Это больше 4 часов заряжаться будет. Такая вот маленькая баночка. Ой, ну ладно. Ничего делать не могу. Против производителя не попрешь. Теперь осталось с него, наверное, позвонить. Самому хозяину этого аппарата. И узнать, слышно ли, хорошо ли, плохо ли. И все такое. Но я надеюсь, я это сделаю за кадром, потом расскажу. Ну что, друзья, слышно идеально. На уровне дорогих аппаратов компании Blackview. Ну, больше мне пока как бы сравнивать не с чем. Ну, просто и меня, и я через разговорный динамик очень хорошо слышим. Единственное, долго долбался с тем, что аппарат-то был заблокирован. Я все вот в таком режиме пытался набрать номер. Не мог понять, что он его не набирает. Потому что я не глядя набирал. Я же нажимаю, пока глаза поднимаю, уже нет таблички. А потом понял, что надо было блок снять. И тогда все хорошо. Так, ладно, и попробуем все-таки в режимах опции настроить, проверить громкость динамика. Вот. Вау! Подносить не буду. Жесть. Громкость, дай боже. Попробуем. Это писец, господа, это вырви уши. Не вырви глаз, блин, а вырви уши. А, ну мелодии всего две. Но вторая дребезжит на самом деле. То есть тут громкость просто тупо завышена. Если вторую мелодию выбирать, то надо делать потише. Потому что это писец. Ну и можно свои мелодии выбирать с карты памяти, это хорошо. Ну, в общем, все тогда. С этим аппаратом, я думаю, я завершаю. Меня слышно, я слышу. Динамик очень громкий. Прокладки какие-никакие в наличии. Разбирать мне его все равно не дадут, потому что это в подарок человеку. Так что я его сейчас собираю обратно, стираю отпечатки пальцев, возвращаю целлофанчик на аккумулятор и все такое. Замерить аккумулятор, конечно же, не судьба. Или нужно его неделю гонять. Это я уже договорюсь с хозяевами аппарата. Если можно будет, если мы это замерим, то я это где-нибудь ВКонтакте в своих группах отпишусь. Пока восстанавливаю все как было. Зачем тут про шурупы надпись? Непонятно. Что тут про шурупы сказано, это, видимо, не ко мне. Так, и закрывается опять же вот так кладем. Вот, да? Со сдвигом. Потом загоняем, прижимая до упора.
Вот, на мой взгляд, я бы вот в эту канавку, наоборот, бы валик бы встроил. Не ямку сделал вот такую, как они сделали, а встроил бы туда какую-нибудь, не знаю, резиновую, блин, валик, прокладку или что-нибудь такое. Или вообще, наоборот, железную арматурину такую. Знаете, как вот часы были Casio с железным бампером. Ладно, все. Всем пока, спасибо. И надеюсь на то, что будете дальше следить за тем, что я делаю. Чао. Пока.